Всем привет! Всем доброе утро! Мы сейчас находимся недалеко от нашего дома в парке. К нам приехали наши друзья в гости. И мы сейчас уже здесь, все вместе. Лия качается на качели. Уже очень жарко у нас. Здесь, в детском парке, к сожалению, до сих пор продолжается стройка, потому что он новый. Сейчас около 8 часов утра. Мы хотим погулять здесь, потом хотим пойти в кафешку покушать, но кафешки сейчас все еще закрыты, поэтому да. Будем пока здесь. Лия, покажи, где Платон? Молодец, правильно. Ты пойдешь к Платону, Лия, играть? Мы уже переместились на площадку для деток постарше. Очень жарко. Детки наши веселятся, им хорошо. Подруги тоже весело моей. В скором времени мы пойдем куда-нибудь покушать, только моя подруга никак не может определиться, что она хочет покушать. У нас очень классный новый парк открыли совсем недавно. Вот здесь огромная площадка для деток постарше. Огроменная просто. Офигеть! Офигеть! Давай теперь я. Ау, круто! Не страшно. Надо, правда, подальше отходить туда. Дети наши просто зомби. Мама, не сходи с ума. Ли. Круто, мне понравилось. Лия, где Платон? Вот он, молодец. Молодец. Хочешь внутри гуакамоле, о, рядышком? Альяд. А там хлеб есть? Лису кушает. Печеньку. Тут принесли нам такие штучки классные для деток. Что там в стакане? Классно. Пустое печенье. Лия, ты будешь рисовать? Мне кажется, тоже гуакамоле, слушай. Офигеть! Только что покушали. Мы сейчас будем выдвигаться уже из этого кафе. Очень приятное место. Отдохнули, поели. Посмотрим, куда мы сейчас двинем. Детки у нас тоже покушали. Мы пришли в Джиндери. Платишь 25 шекелей, пожалуйста. Хоть весь день здесь будь. Пахданит, ты знаешь, что это? Трусишка. Пахданит. А если мужского рода? Пахдан. Пахдан? Платон вообще в кайф, посмотри. Счастлив. Утонул, правда, по шею, но счастлив. Стрёк. Хоть. Ой. Стрёк. Ой, плотушка. Ильюша боится батутов. О, офигеть, она на кухню прямо убежала, представляешь? Привет, давай прыгать. Чик-чак. Что там, Платон? Там свет, да? Там свет. Где свет? Там, далеко. Тебе не кажется, что не стало? Лия у меня пахданит. Пахданит – это трусишка на иврите. Она боится очень батутов, Платон причем тоже их боится. Лия тут стоит одна в кухне, разбирается. Готовит что-то явно. Мы уже пришли домой. Моя малышка еще спит. Колясочки. Очень был длинный, долгий день, уже почти 4 часа. Встретились мы с подругой в 8 утра. Все это время мы гуляли с детьми по жаре. Кушали. Вон там Платошка, крошка-платошка. Он еще пока только привыкает, потому что он у нас был давно, он уже забыл, как у нас. Ему нужно время привыкнуть, в общем, мы очень сильно вспотели, нам жарко. Я даже вот поменяла одежду. Льюнку тоже переодену, сейчас будет Платон кушать. Мы будем просто отдыхать. Не хочет уже просыпаться. Я бегалась с 8 утра, ты думала, и 40 минут хватит? Нет, понимаешь, сегодня особенный день, поэтому 40 минут. Обычно она у меня по 2 часа. Это, короче, Оля делает кашу для Платона. А я для нас сделаю рыбу. О, Лия! Волк! Съем!
Правильно, молодец. Это твой друг. Самый первый. Платош, у тебя соса есть своя? Платош. У Платона есть синяя, а у Лии красная. Где соса твоя? Вот она. А зачем ты отбираешь? Как страшно. Будет очень красиво. Мне так страшно. Тут такой вид вообще классный, там пальмы эти. Все, всем приятного аппетита. Скорей, скорей, там куча игрушек тебе. Иди. Иди, зайка, играться. Мы поели сами, я покормила кисоньку тоже рыбкой. Остатки сейчас уберу. Она смотрит до сих пор свой мультик новый. Соса, кто это? Дай Платону, это Платона соса. Мам!